В Ленинском округе состоялся муниципальный этап президентских состязаний. Его провел Совет сторонников «Единой России» и активисты «Молодой гвардии Единой России». Главная цель президентских состязаний – укрепление здоровья детей, вовлечение в занятия физической культурой и спортом, приобщение к идеалам и ценностям олимпийского движения. Мероприятие было приурочено к Дню здоровья и прошло в Видновской школе номер 7. Позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать слова приветствия вам всем и передать вам всем успехов в том, чтобы вы достигли сегодня победы, достигали всегда и стремились. Вы спортсмены, а спорт – это сила. Активисты «Молодой гвардии» в рамках проекта «Детский спорт» регистрировали команды, помогали судейской коллегии и награждали победителей. Победителями состязаний стали команды Видновской гимназии и школы номер 7. Они представят муниципалитет на региональном этапе.